Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. Бизнесменов в Кировской области хотят привлечь к развитию территорий. Идея реализации в регионе меценатского проекта появилась у врио губернатора Александра Соколова после встречи с предпринимателями Подосиновского района. Они рассказали в РИО, что 3 года назад решили объединиться, чтобы создавать комфортную для жизни людей среду. За это время оказали району помощь в восстановлении храмов, благоустройстве территорий, улучшении инфраструктуры. Сейчас в планах работа еще по нескольким социально значимым проектам. Александр Соколов пообещал предпринимателям, что на каждый вложенный ими рубль регион будет добавлять еще один благодаря различным программам. Также в РИО предложил запустить подобный меценатский проект на территории всего региона. Программа «Экономика». Дети-сироты в Кировской области начали получать повышенные пособия. Размер выплат был повышен на 20% с 1 июля, рассказали в областном правительстве. Сейчас эти пособия получают более 2500 детей. Речь о тех, кто находится под опекой и в приемных семьях. Инициативу о повышении выплат внес в ЗАГС собрание в РИО губернатора Александр Соколов. Депутаты на июльском заседании приняли соответствующие поправки в бюджет. Для увеличения размера выплат из областного бюджета направлено около 25 миллионов. Всего на выплаты детям, находящимся под опекой в приемных семьях, в бюджете этого года предусмотрено 255 миллионов рублей. Экономика на 101 FM. Фермер из Подосиновского района собирается развивать сельский туризм. О своих планах руководитель крестьянско-фермерского хозяйства в поселке Демьяново Александр Кочкин рассказал руководству региона. По словам Кочкина, люди часто интересуются экскурсиями на ферму, хотят проводить время с семьями на природе. Поэтому бизнесмен решил реализовать новую идею – построить рядом с фермой кемпинг-парк, приглашать в него жителей и гостей региона, проводить мастер-классы по сыроварению. Для этого Кочкин собирается поучаствовать в грантовом конкурсе в 2024 году. К слову, в 2016 году КФХ уже получила государственный грант. Благодаря ему убыточное предприятие удалось возродить. Была построена ферма, пункт переработки молока, закуплено оборудование. Экономика. И в завершении выпуска о курсах валют. Доллар сегодня 60 рублей 62 копейки, евро 62,52. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.